Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Многие просили, чтобы я записал серию. Как-то все руки не доходили. Сейчас, ребят, и руки дошли, и повод есть. Ну, начнем с того, что я завербую сегодня со Сквотча. Так, деньги есть, хватает. И вот-то мне как раз и не хватало, ребята. Его-то мне как раз и не хватало. Нифига, он там рычит. Так, сколько я ему могу поднять уровней? Давай, 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 браток. У меня, видишь, уже эти кончились. Ну что же. Маленько, конечно. 39 уровень, это не самое, как говорится, мощное. Но, тем не менее, ребят. И еще до 7 ступени я его сразу же прокачаю. 3000. Сколько у него там получается? 3000 с лишним мощей. Так, лесной абориген. Можно прокачать, кстати. Что там у него, кстати, в лесном аборигене? Это... Так, давай посмотрим здесь. Наносит основной цели 60% урона и дает усиление защиты. Это... Так, 120% уже. 150. Неплохо. Так. Крушащий камнепад. Полностью снимает со всех врагов барьер. Наносит основной цели 80% урона. Плюс вызывает один заряд замедления. Ну, не более 3 зарядов. Слушай, ну то, что барьер снимает, это круто. 190% урона уже идет, прикинь. Подожди, не то. Неистовый наскок. Полностью снимается врагов. И этот тоже. У него, короче, ребята, почти все атаки снимают барьер. И при этом еще наносит основной... И ближайшим целям 140. Да скольки мы тут можем прокачать? 180% урона. Ну и лесной абориген. При появлении вызывает у этого персонажа и всех союзников из отряда Альфа усиление защиты на 2 хода и 2 заряда защиты от смерти. В начале хода, если у этого персонажа не менее 75% здоровья, у персонажа нет провокации, дает провокацию на 2 хода. Когда у персонажа становится меньше 35% здоровья, дает скрытность на 2 хода, а также дает 2 заряда защиты от смерти и 2 заряда регенерации этому персонажу и всем союзникам отряда Альфа. Когда погибает противник, восстанавливает персонажу 5% от максимального здоровья в рейдах и в обороне на войне, вызывает у всех... врагов ослабление атаки. Дает 50% к броне союзники из отряда Альфа. Получает 50% к броне. В рейдах дает 100% к шансу контратаки. То есть Сквотч такой неплохой чувак. То есть у меня, ребята, получается полностью собрата команда отряд Альфа. То есть их там 3 персонажа. И мне, наверное, у меня будет возможность, интересно, сегодня дальше пройти вот здесь. Мне нужен был Сквотч, насколько я помню. Ну-ка, глянем. Сквотч, ты пришел в себя. Ты что-нибудь помнишь? Я помню все. Я не мог управлять своим телом, но все видел. Эту машину нужно разрушить. Успокойся, браток. Я сначала должен выяснить, почему никто тут не знает о Ксавьере. Конечно, пусть мы и дрались, но ты же все же спас меня. Я хочу отблагодарить тебя и помочь. Залезай, я помогу тебе узнать ответы. О да, друзья мои, вот они. Вот они. Вот эта троечка альфа-отряд. Так, я, наверное, этого поставлю сюда, потому что он будет посильнее. И погнали. А, наверное, дальше там уже понадобится, ребята, по звездности. Скорее всего, запарюсь, потому что звездность у нас маленькая здесь. Персонажи свеженькие, я еще их, как говорится, не прокачивал им звездный ранг. Ну, давай смотреть, что у нас тут. Не дайте этим подлецам помешать нам. Это потрясающие результаты. Так, ну что, начнем, пожалуй-ка. Поехали. Пурга. Опа-на. Замедлили их. На 2 хода каждый. Так, давай-ка мы, наверное, вот так вот вжахнем. И ты дыщ. Вот так вот действует гром. Ну, естественно, друзья мои. Ну, куда же без Росомахи? Росомаха их сейчас порвет. На! Готов. Минус. Просто в щепки. Ну что, Сквотч? Ну-ка, давай проверим. Мне вот это нравится.
Бу-бух. Обалденно. Ну, этот сейчас их всех уничтожит. Он самый прокачанный у нас здесь. Так. На тебе, апперкот. Еще и слепление вешает. Шикарно. А ты? С коленочки, на руками. Ага. Нормально, одного вырубили. Нет, не вырубили, он вернулся. Срочная помощь. А, срочная помощь он делает, понятно. Так, ну, тут надо этих, наверное, медиков бомбить все-таки. В первую очередь. Так, теперь повесим на всех контратаку. А броня есть какой-нибудь? Щитов нету, но я все равно так сделаю. Бумс, бумс, нормально так. Двумя камушками. Такс. Ну-ка. Лучом его так прожарили с леганцушки. То есть у нас инициатива тут просто офигенная. Ты посмотри. Давай дальше их добьем. Это последние охламоны. Сейчас мы их сожгем. Ну что, доктор, сильно мне мозги подрихтовали? Совсем наоборот, Логан. Твоя память не была изменена. Может, этот твой друг в нашем мире и не существовал вовсе. Ты же из другого измерения, браток. А кто тогда основал Людей X? И почему тут сейчас всем заправляет Апокалипсис или Магнетто? Я не помню. Есть идеи, подключи меня к этой штуке. Ты уверен? Это все не так просто. Раз этот Ксавьер так важен для тебя, значит, он должен быть важен и для меня. Слушай, неплохо, неплохо. Этих ребят, если прокачать до уровня 85-го, я думаю, они дадут шороху в дальнейшем. Как по мне. Хотя у нас появился новый персонаж. Буквально его вчера, по-моему, или позавчера внедрили. Это у нас черная пантера Шури. Так, а что делает этот аппарат? Изменяет память. То, как мы используем свои силы, зависит от ряда ключевых событий в наших жизнях. Руководство оружия X могло управлять этими воспоминаниями. Хм, некоторые воспоминания не для посторонних. Согласен, поэтому этот аппарат и надо уничтожить. Росомаха, ты готов? Запускай уже. Ну, поехали. Так, у нас, по-моему, ребята, энергии там больше нету. Ну, если только купить. Я не знаю, хватит ли у нас капсул для этого. Потому что энергии больше нету для следующего продолжения. Прочь с дороги, сброд. Сейчас настоящий Осборн покажет, как надо избавляться от надоедливых жуков. И если прервать процесс, то вся работа на смарку. Не подпускайте их. Так, кого мы тут видим? Лидер. Блин, лидер такой поганец, если честно. Я его качал, я знаю, ребят, на что он способен. Но у нас есть парень, который со всем этим делом справится. Не, нет, это не Гром, ребята, это не Гром. Слушай, кровотечение, оглушение, нормально так он ему. Навалял. Поехали. Так, минус патриот, минус эти солдатики, минус намор. Шикарно, но их не забывай еще 13. Давай так. Ну что, зажгем. Просто отдуплились. Процесс почти закончен. Так, опять та же самая команда. Что за фигня-то? Патриот там. Так, ну что, слепление повесили, уже хорошо. Давай теперь сюда. С коленочки.
Ослабление защиты, замедление. Нормально. Срочная помощь. Так, поехали, наверное. Начнем с Намора. Контратака. Ну-ка. Пошел в лес такой. На, с поленом где-то. Полен. Полен еще где-то набрал. Ну, понимаешь, да? Урон-то он наносит маленький. А он что, блин, он еще и провокацию на себя взял. Соскочен. Ну, куда тебе провокацию-то брать? Ёпрасоте. Не самый лучший вариант. Давай зажигаем. Быстрее уже, а то меня блевать тянет. Готово. Занятно. Что там? Я в твоем разуме пытался найти воспоминания об этом твоем профессоре, но нашел любопытные пробелы в памяти. И вот что интересно. Там воспоминания не стерты и не заменены новыми, а как будто закрыты плотной ширмой. Ага, очень интересно. Страж, свяжись с Фьюри. Нужно, чтобы он забрал нас отсюда и нашел эксперта нам в помощь. Эксперта? Какого-то нам в помощь. На три звезды. Шикарно. Так, сейчас посмотрим, ребята. Ну, сколько нам еще тут надо сделать боев, чтобы завершить эту... Ага, два. Штаб-удар подтвердили, что Фьюри уже в пути сюда. Поскорее бы, хочу свалить отсюда. Глаза б мои больше не видели этих комплексов оружия Икс. Не зарекайся, Росомаха, а ты ведь знаешь, что путешествуя во времени можно ожидать чего угодно. Я вас отсюда живыми не выпущу. Угу. Явился, как говорится, не запылился. Сейчас он тут будет, да? Не выпустит он. Это этот путешественник по времени. Шут гороховый. Ну, давай посмотрим, на что он способен. Ё-моё, он со своей командой. Полностью своя команда у него. Ядрён, матрён. Это проблема может быть для меня. Сейчас будет бомбить. Ну, гад, а. Сразу все дебафы на них повесили. Так, провокацию взял, да? Вот гадина. Так, ну что будем делать, Гром? Будем бомбить, как всегда. Давай, наверное, немножечко ускоримся. Ой, не то сделал-то. Поехали. Блин, это и тут не хватало только. Я вот думаю, стоит ли мне тратить. Давай потратим. Минус четверо, да? Соскучь, что-то там орёт, орёт все. Да твою ж налево. Блин, там кто у нас? А, ну понятно. Блин, тут еще и этот Альтрон. Все равно запинаю нафиг. Ты заколебала, а? Жарим. Поехали. Ну понятно, ну конечно, начинается опять у него этот бзик.
Естественно, со скотч никаких, ребята, практически урона не наносит, потому что 39 уровень, что он там сделает? Ровным счетом ничего. Иди отсюда, пташка. Ну, победа на 3 звезды. Замечательно. И там, по-моему, последний остался поединок. Я боюсь, что, наверное, там Логана надо будет. Или еще кого-нибудь. Как-то проверить. Столько энергию покупать, а у меня не хватает капсул. Капсул не хватает. А мы сейчас, кстати, можем посмотреть, что у нас там нужно. Требования. 14 категория, снаряжение 4 желтые звезды. Да, ребят. Это их прокачивать до 14 категории надо. Ху. Это дофига. Так, забираем здесь. Откройте капитана Британию. Угу. Откроешь ты, пожалуй. Так, давай забирать, наверное, награды наши тут. Так, хорош. А что там нам надо еще? Надо купить припасы. 3 штуки. Так, здесь у нас... Вот она, ребят. Кошачье наследие. Черная пантера Шури. Давно отсюда я не вытаскивал миллиона, ребят. И не вытащу, наверное, никогда. По крайней мере, в ближайшее время. Что-то не светит. Панда-пул у меня, ребята, есть. Я его открыл. Кто у меня вообще по персонажам, если сейчас быстренько пробежаться, глянуть? Да, по-моему, все. Кроме вот Логана у меня нету. А так... Прокачиваем всех этих ребят. Но это, опять же, для того, чтобы... Дармаму. Так, вот я, кстати, что хотел сделать. Фантомакс. Отлично. Так, подожди. Фантомакс. Ну, давай, наверное, на него осколки поищем. Осколки, там 46 энергии. Осколки, говорю, поищем. Поищем обязательно. Когда будет возможность. Так, давай золотую возможность заберем. Так, дальше что? В налетах. Ну, налеты, ребята, здесь я все награды собрал. Капитан Америка мне не нужен, потому что, ребят, ну, проходил из-за него все эти. Так, а здесь у нас... Да, еще откат, 1,5 часа будет. На этой башне, блин. Награды, конечно, шикарные, но враги лютые. Хоть и по уровню меньше тебя, но что-то наваливают они очень серьезно. Как-то не соответствуют они своему уровню. Не знаю, с чем это связано. Такс. Что у нас тут? Какие сферы? Бирюзовые. Ну, давай. Возьмем с тобой. Так, бирюзовые взяли. И еще одна награда. Это у нас синяя снаряга. Так, тут пока все тихо. Здесь заберем кристаллы изовские. Здесь-то что опять? Ага, уникальные предметы на 15-ю категорию и осколки избранных. Да, избранных. Так, ну и вроде бы... Блин. Здесь еще надо... Так. Ну давай сюда, наверное, сбегаем.
Поехали. Я думаю, мы, наверное, порвем здесь их. Еще одну атаку сделаем. Ну, энергии просто, ребята, нету. Была бы энергия, я бы проходил бы все полностью от корочки до корочки. А она кончается, поэтому тут не получится слишком сильно и долго буянить. А здесь, если не ошибаюсь, у меня, по-моему... Нет, энергия есть, но, по-моему, тут проблема сейчас будет. Я сфейлюсь. Или здесь, или на следующем поединке. Тут одно из двух. Почти здесь сфейлился. Да. Ну, можно, конечно, подлечить их. Но это, по-моему, ребят, ничего ровным счетом нам не даст. Потому что на этой кикиморе я, наверное, я дуплюсь. Нет, прошел. Ну, энергия опять же кончилась. 3 осталось из 60. А тут нужно десятка за один поединок. Так, ну пора. Пора забирать награды. Пора собирать награду. Пора собирать награду. Так, что у нас тут? Всякая мелочь. Всякая, ребята, мелочь. Тут Дакин уже идет. Ну да. В рейдах нужно еще 4 раза. Так, еще компанию нужно выполнить, миссии. Здесь я проиграл 100%. Мне такого противника дали, ты извини меня. Посмотри, сколько я ему нанес. И сколько мне. Да, ну-ка дай хоть гляну, кого мне тут. О, ребята, вот в предыдущем то же самое было. 300, 400. Пипец, я могу только, ну вот этих могу завалить. Ну вот этих можно помурыжить. Ну этих, наверное, можно, наверное, пробить. С этими придется туго. А этих я не осилю. Вот эта команда вообще, ребят, топ. Я вот смотрю, даже слабее меня там, считай, в 2 раза команда. То есть Sunspot, потом как его там звать-то? Ночной змей. Блин, они, конечно, валят трэш какой-то полный. А здесь по уровню просто меня загасят. Ладно, это я не буду проходить, я уже за кадром, потому что тут время будет много, ребят, на это уходить. Так, что у нас по эпической кампании, ребят? Ну, награды. Мне нужно уже от 1000. Точнее, там от 1 050 000 уже начинается. Ну, тут только 950. Но там какая-то проблема. У меня какие-то персонажи недокачанные. И я не могу их одолеть. А остальные, да, остальные все... От 1 150 000. Тут, то есть, 3 этапа и все, ребята. И Халк будет полностью красный собрат. Пока не тяну. Так, и по... смерть... Подожди. Тут тоже, ребята, от 1 150 000. Тоже 3 этапа. Так, ну, темное измерение. Понятно, что я не пойду. Я его не прохожу, ребята. Тут начинать надо от 19-го ранга, по-моему, да? 18 категория. У меня 18 категорий еще ни у кого нету. Здесь, ну, здесь довольно неплохо. Не могу, ребята, вот это вот пройти. 2-й этап. Вот против этих вот охламонов. Что-то как-то жестко меня плющат. Ну, во-первых, у меня не все бойцы. Как сказать? Даже хотя бы 150 ранга. Не все. У меня только, по-моему, Халк. Вот лидер у меня там отстает. Я вообще думаю, что вместо лидера все-таки надо было брать это, как его, чудовище или? Ну, смотри, если сейчас пробежаться быстренько. Вот Халк, он, да, имеет. Да и то, ребята, он один не справляется. 246 уровня. Его просто там гасит. Этот 157-го. Это 143-го. Этот 130-го, как ты видишь. Вот. И они не тянут. А лидер, где лидер? Вот, лидер 118 уровня.
Кстати, самый живучий из всех, из них. Даже Халк переплюнул. Но он переплюнул из-за того, что, ребята, уходит в инвиз, и у него постоянно на нем автохил стоит. То есть он вешает на себя регенерацию. Так, Карнак, дай я тебе прокачаю. Все равно мне сейчас деньги некуда девать. У меня нету, ребят, кредитов, чтобы повышать кого-то в ранге. Так, что у нас тут, ребят? Слушай, удивительно. А, вот, вот она. Вот так это выглядит, ребята. Шури, черная пантера. Также из новых, ребята, Капитан Британия. Капитан Британия. Был Капитан Америка, теперь Капитан Британия, блин. И Хэнк Пим. Я не знаю вообще, откуда они их персонажи берут. Хэнк Пим. Ну, опять же, это из отряда, я так понимаю, муравьев. Ну, ты понял, про кого я говорю. Пимтех, короче. Отряд Пимтех. Вот. Что у нас тут опять? Что получили? Ну, арену, ребят, я тоже, наверное, буду уже проходить за кадром. Вам это ни к чему-то. Это очень долгие и нудные бои. Они проходят у меня на автобое в обычном режиме, ребят. Просто ставлю автобой и все. Синяя снаряга. Так, я хотел, знаешь, что поставить, потратить кредиты. Так, 1230. Берем, берем, конечно, ребят. Гвином. Я могу ей поднять ранг. Это уже хорошо. И остается 255, это фигня. Кстати, а оно у меня какого? А, 200, вот. То есть еще сотку нужно будет до 300 ее догонять. Так. Ну, эта девочка, по-моему, у нас все. Максимальный ранг имеет. Вот остались. Ну, великие ученые, это уже от нечего делать. Ну, в основном надо вот Корга. Не обязательно, но просто, ребят, качаю его уже. А здесь нам не хватает, да, к сожалению. Так, сейчас посмотрим. Смогу ли я поднять ранг? Ну-ка, ну-ка. Могу, ребят, могу. Такая слабенькая, еще не прокачанная, не шиша. Но для коллективного разума она даже неплохо пойдет. Либо Красный Гоблин пошел бы, либо Гвином. Она у нас все-таки больше как хил, лекарь идет для той компании. Так, арена. Ну-ка, покажите мне моих противников. Ну, тут, как всегда, начинается, ребят. 260 ранг. И везде этот. Да, а, вот эти, вот этих, да, этих, пожалуйста, ребят. Этих можно размотать на автобое. Просто прощелкать их. Потому что уже неоднократно с такими сталкивались, и мы их щелкаем как орешки. Обычно я ставлю так вот и все. Прекрасно. Прям идеально. И 244 ранг становится. Ну и тут надо будет ждать сколько там, 15 минут для того, чтобы следующий поединок сделать. А тут у нас патриот, да? 5 карточек на патриота. Блин, ну давай здесь, может быть.
Ну, этих я точно не... Нет, не осилю. Не осилю, ребят. Вот этих вот, но опять же под вопросом. Давай попробуем. Я возьму сюда нашу команду. Команда Пегаса будет против этой шестерки. Истинная шестерка, да, по-моему, звать их. Вот сейчас мне интересно, сможем мы их одолеть или нет. Но они лютые. Когда фул команда, полностью фул команда. Офигеть, у них вот, вот всегда, ребята, инициатива у них, блин, больше, лучше, чем у меня, блин. Задолбала вот эта фигня, блин. Мы их по уровню выше, блин, нам запрет на лечение дают. Сразу же, этот провокацию. Офигеть. Смотри, у них всех инициатива уже заполнена. У нас хренушки там. Фига он лупанул. Чё? Сейчас еще этот ракетами, да, или что там сейчас? Пипец, короче. Ну и как с ними играть, друзья мои, если я даже ничего не успеваю сделать? Я ничего не успел сделать здесь вообще. Все заблокировали. Даже ничего не... Даже не могу, ребята, этот... повесить. Охрененно. Давай еще так попробуем. Вот живучие-то гады, а. Ты-дыщ. Опять этот вшивый гоблин, а. Да что с инициативой-то не так? Я не понимаю, блин. Почему она ни хрена не растет? У него... Он второй раз уже ходит, блин. Нормально? Я в шоке, конечно. Надо гоблин... Блин, гоблина не снести. Опять сейчас за свое, а? Так, поехали. Ну и что там мы сделали? Замедляшки? Две замедляшки, да, получается? Так, минус. Поехали. Регент плюс барьер. А ну-ка. Фига он там на себя, блин, реген. Что-то только на себя не повесил, а? Мы на него замедляху повесили. Но согласись, что он лихо начал. Просто. Просто я думал, сейчас размотает нас. Но нет, выкрутились кое-как, с горем пополам. Так, ну с этими тут вообще на изи. 8-17 тысяч. Я даже не знаю, какую команду тут взять. Серьезно, я даже не знаю. Ну давай так возьмем. Такую, блин, соляночку сделаю просто. Из разных бойцов. Я буду долго смеяться, если меня сейчас размотают здесь. Да нет, конечно, такого не будет, ребят. Тут один боец просто сейчас, призрачный гонщик, просто сделает свою суператаку, а они все отдуплятся. У нас инициатива охрененная здесь.
Хотя, оп, охрененная инициатива. Да тут любого можно сносить. Он еще и выжил. Ну все, и хана вам. Этот выжил. Недооценил чутка я. Удар в спину. А тот сдох от кровопотери. Показали бы лицо этого черного рыцаря, да? Какое-то оружие у него синее. Такое чем-то напоминает мне, как будто это Танос, блин. Спрятался за доспехами. Так, ну с этими тоже, ребята. Хоть это и команда. О, подожди-ка. Надо вот с этими. Блин, ну тут смотри. Тут, ребят, надо брать фуловую команду. То есть полноценную. Как думаешь, вытяну я вот такой командой? Вопрос, кстати, очень интересный. Я могу и не вытянуть, но зато я знаю, какая команда точно справится. Это мистики. Угу. Вот они точно. Книга смерти. Просто разорвет. С помощью того, что она отнимает положительные бафы, на себя копирует. Ну, у них там очень много способностей всяких. Сейчас посмотрим, как тут они себя проявят. Так, ну это слабак, сразу видно по ХП. Сосквотч сдох. Слушай, а кто-то тут у них силен. Даже щиты не забрали. Фига он его вырубил. То есть рыцарь рулит, что ли? Фига он там на... Херась, рыцарь наяривает. Я скажу-ка тебе. Он что, будет теперь каждый раз? Не, ну это жестко. Ты посмотри. Он еще со своей контратакой вообще вырубает напрочь. Здоровский, блин. Смотри, у них инициатива как копится. Я вообще-то вот сюда, блин, показал. Размотает. Размотает меня эта команда. Да ты заколебал, каждый раз потом контратакует, а? Они еще и оба с провокатором, что ли, получается? Замечательно просто. Книгу смерти надо, ребят, сюда. Книгу смерти. Но если честно, я не думал, что черный рыцарь прям уж настолько вот. Силен, блин. Ты заколебала. Сколько у тебя так-то таких? У тебя откат-то будет или нет? Удар смерти какой-то.
Я до сих пор не могу этого хламона. Самый дрищ, я его не могу подбить. Ну, потому что они забафанные. Во имя Мерлином. Да пошел ты. Фиг... Сколько... Че он там настакивает себе, не могу понять. Смотри, 75, 10, 77. Это что такое? Так, окей. Теперь давай возьмем книгу смерти. Если книга смерти не справится, возьмем тогда семя зла. Мне кажется, книга смерти должна зарулить. Она уж больно тут хорошо разносит. Так, ну что, где у нас ведьма? Ой, подожди, не то, ведьма. Хотя мы тут по уровню слабые, конечно. Так, иди сюда. И последний. Кто у нас там последний-то должен быть? Вот так вот. Ну что же, пробуем, друзья. Снимаем бафы, перекачиваем их себе. Станем. Выкачиваем жизненную энергию. В общем, все, что мы любим. Но здесь по уровню, конечно, мы, ребят, как бы не очень справедливенько, так скажем. Началось. Так, надо у кого-то забрать что-то, да? Это у нас перекачка идет. Копирует и снимает, да. Может быть, встану его вогнать пока? Пока не поздно, пускай встань и постоит. Так, копирует с одной цели до трех положительных эффектов. Ну, давай хилы заберем и все тому подобное. Так, нам надо еще, знаешь, что сделать? Запрет на лечение им. Ну, вообще сейчас все поснимаем. Все бафы. Нет. Я смотрю, рыцарь-то там что-то все сгрустнул, рыцарь. Я же говорю, эти ребята, блин, шутить не будут. Книга смерти — это довольно рулящая команда. Фига мы там простакиваемся, ё-моё. Так, ну мне надо спешить, потому что времени-то осталось 3 минуты, иначе могу проиграть поединок. Понятно. Капитан Америки отнеслся, а тут можно, ребята, ставить уже автобой, третью скорость и просто наслаждаться его уничтожением. Прекрасно. А, разнесли. А та команда, да. Да она, ребята, если честно, она уже устарела. Та шестерка зловещая, она сама по себе уже как бы, ну, изжила себя. Так, ну а здесь я думаю, что, наверное, зайдет. Знаешь, что нам? А здесь, наверное, нам зайдет. Погоди-ка, я что-то не вижу. А, здесь, наверное, не всех, да? Понятно, здесь не все команды. Хорошо, возьмем так. 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 Блин, у него фуловая команда получается. Опять сейчас он меня будет давить своей инициативой.
Возьмем. Вообще ни один, ребят, не идет. Как говорится, ни один в тему не идет. Ну, давай Фьюри еще возьмем. То есть у нас вообще солянка, никакой синергии не будет. А у них команда там полностью синергии. И лишь из-за этого могу проиграть. Ладно, сейчас возьму на прицел кого-нибудь и буду его бомбить. Кого тут у нас надо в первую очередь, наверное, бомбануть? Попробуем. Ать, промахнулись. Сейчас заблокируют лечение. Ну, давай так попробуем. Гадина еще не сдохла. Ну все. Фига себе лупануло. До свидания. Лунный жесткий свет, блин. Офигеть, у нее только что не было энергии. Опа, она появилась. Откуда у тебя, гадина, взялась столько энергии, блин? Еще и хильнулась. Я говорю, когда вот, ребята, команда такая идет, солянка, блин, фигня получается полная. Сейчас еще контратака. Ну мы же ей запретили, по-моему. Такой заблокировал все, ага. Со своей защитой от смерти заколебала. Сдохла гадина. Две защиты от смерти. Офигеть, две защиты от смерти. Оборзели, блин. Блин, надо, блин, две сестры задолбали уже, а? Капитан Америки не выдержит. Хила у нас нету. Ну да. Ты посмотри, как у них энергия накапливается. Смотри, оп, сейчас это начнет ходить. Фигли так не играть, да? Блин, ребята, полторы минуты осталось. Я, наверное, не успею. Я ставлю на автобой, на третью скорость, посмотрим. Да вы, блин, пока там три часа будете угрожать, блин, провокацию ставить, все тут. Вылез опять, а? 52, 53. Эту заразу уничтожили, отлично. Тридцать 8 секунд. Двадцать 9 секунд, блин.
Успеем. Успеем, ребят. Наверное. Я надеюсь на это. Да какой, блин... 10 секунд, ребята, 9. А, у нее фулл хп. Просто на последней секунде, друзья. На последней секунде завалил. Ё-моё. Да. Такая вот, ребят, команда. Ну, противная прям, вот не могу. За счет того, что у них вот синергия идет, они вот друг другу... А вот здесь нет, здесь я даже, ребята, не буду... Не буду даже сюда лезть. Это бесполезно. У нас, у меня получится, что первая моя выигрышная была, вторая проигрышная. Ну и посмотрим, что у нас получится здесь. Мне кажется, я там проиграю тоже. То есть опять награда будет минимальная, блин. Ага. Так, ну здесь вниз в самый. Это все забираем. Уникальные мини-предметы. Давай сюда их. Ну, наверное, ребятушки, на сегодня я буду закругляться, потому что, ну, ничего пока такого не будет. Здесь заберем. Так. Ну, ничего особенного здесь не дали. 5 карточек на патриота. А мне там нужно на этого патриота фиг знает сколько этих карточек, если честно, чтобы его дальше прапать. Сейчас только забрать сферы, если... Давай, 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 предметы мне. И все. Это я уже потом потрачу. По этапам. Пока тоже ничего не сделать. Получи еще больше осколков. Ну, по одному дают. Офигеть, да, ребят? По одному, то 4, 2. А чтобы ее открыть, нужно, знаешь, сколько? 100. 60. Так, 60. 80. 100. Ну, я не знаю, чтобы дойти до 12 этапа. Я только один этап прошел. Ладно, друзья мои. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.